На полях нашей страны работает много разных сельскохозяйственных машин. Они надежно помогают колхозникам и рабочим совхозов круглый год. Вот колесный трактор. А это гусеничный. Давайте посмотрим, как он работает. Когда поле надо вспахать, на трактор навешивают плуг. Плуг переворачивает пласты земли. Но вспаханная земля еще не готова к севу. Ее надо разрыхлить. Для этого к трактору присоединяют культиватор и бороны. Посмотрите, как лапы культиватора и зубья бороны разбивают комья, делают землю рыхлой. Поле готово к севу. Теперь к трактору прицепят сеялки. Обратите внимание, их заправляют не только зерном, но и удобрением. Это делают для того, чтобы зерно вместе с удобрением попало в землю. У зерна будет достаточно питания, и оно даст хорошие всходы. Прошло несколько месяцев. Хлеб созрел. Наступила самая горячая пора. Время уборки урожая. На помощь людям приходит комбайн. Комбайн – сложная машина. Она выполняет много операций. Мотовило наклонит и подаст колосся на острые ножи. Срезанные стебли направятся в комбайн. Там, внутри комбайна, зерно отделится от соломы. Солому собирают в специальную тележку. А обмолоченное зерно ссыпают в автомашину.
Из зерна делают муку, а из муки выпекут вкусный хлеб, булки, пироги. Теперь посмотрим, как убирают овощи. Можно ли помидоры убирать машиной? Как видите, можно. Для этого есть специальный комбайн. Сначала он срезает кусты. Потом подает их на транспортер. Здесь помидоры отделяются от стеблей. Такой комбайн заменяет труд многих людей. А это поле созревшего льна. Лен тоже убирают с помощью машины. Стебли его не срезаются, а выдергиваются вместе с корнем. Машина счесывает семенные коробочки и подает их в прицепную тележку. А стебли аккуратно расстилает по полю. Пройдет несколько дней. Солнце и ветер подсушат стебли льна, и теперь их уже будут называть трестой. Другая машина подбирает тресту и вяжет в снопы. На фабрике из тресты получат льняную пряжу. А вы знаете, что из пряжи изготовят различные ткани. Это тоже комбайн, но, как видите, уже другой. Он выходит в поле, когда надо убирать свеклу. Свеклоуборочный комбайн выкапывает корнеплоды из земли. Транспортер подает их в тележку. Прямо с поля сладкие корни привезут на завод, где из них получат сахар. Закончилась горячая пора, закончилась уборка урожая. И опять на колхозной площадке выстроились машины. Здесь их проверят, отремонтируют, чтобы они всегда были готовы выйти в поле на помощь людям.